Итак, всех приветствую, мои дорогие подписчики, на нашем YouTube-канале. У нас очередная партия посылочки. Ну, не партия, а посылочка с Алиэкспресса. Что-то они стали очень плохо идти, много не приходит. Открываем споры, возвращаем денежки. Вот одна из многочисленных заказанных посылочек пришла к нам. Только что забрал на УКПочте. Сейчас вместе с вами проверим, посмотрим, что же у нас тут внутри. Пришло в это время. Не забудьте подписаться, лайкнуть, если понравится, жмякнуть колокольчик, чтобы не пропустить предыдущие видео, и зайти на мой канал. Очень много видео с распаковок с сайта AliExpress. Заказывал также на сайте Jum. Ждем, но что-то очень долго идут. Так, здесь у нас вот такая вот, как бы нам сказать, 3D гарнитура, то есть если у вас в ноутбуке нету выходов под наушники, выходов под наушника, то есть под микрофон, где идет два кабеля, то вот это вот идет мини-звуковая карта. Вот видите, здесь вот микрофон и наушники. То есть если у вас гарнитура, где есть наушники и микрофон, то вы можете включить сразу два ноутбуки и так, чтобы не кричать, и вас будет хорошо слышать. Так, что у нас еще одна пришла? То есть здесь у нас пришел адаптер, то есть блок питания. Такой вот у нас блок питания на три выхода. Ампераж не написан. Ну, по отзывам очень хороший. То есть это меня просили заказать. Заказывал не себе. Так, у нас по параметрам написано 5 вольт, 3 ампера максимум. Так, 240, 59, 60, 05 ампера. То есть вот такой вот увесистый блок питания. Так, проверить, в принципе, я его не смогу на правильность показаний данных. Вот, или правильно он показывает, ой, или работает он, или не работает. Сейчас мы с вами проверим. Проверим. Так. Так, тут у нас телефончик. Подключим. Телефон, наверное, должен быть полностью разряжен. Так, ну, подключим первое гнездо, зеленое. Я не знаю, наверное, что-то там покажет, данные у нас какие-то. Берем блок питания. Ну, стандартный 5 вольт. Правда, выдает 4 ампера. Сейчас я попробую телефон. Я не знаю, или так оно здесь правильно измеряется, или не измеряется. Такие вот у нас тут показания. Ставим следующий разъемчик. Что у нас здесь выдает? Так, выдает 5,4. То есть тоже 4. Тоже выдает. Опять пошло. Вот тут показывает зарядку телефона. Я говорю, телефон разрезан полностью. То есть вот так вот этот работает разъем. И этот разъем у нас тоже работает. В принципе, данный девайс работает. Нагрузкой проверить его не могу. Нагрузки у меня нету. Ну, на работоспособность проверили, так что рекомендовать можем. Вот эту штучку, я тоже думаю, что прикольная штукенция, то есть пригодится, кто играет, например, в онлайн игры,
Вот, на ноутбуке или на таком. То есть подключает к наушнике. Сюда и сюда наушники. И говорит микрофон. Очень хорошая вещь. Не надо там, не будет таких сильно слышно боковых шумов. Так, ну все ж. По данной посылке нам все. Ссылочки на данные товары будут в описании. Заходим, заказываем. Все приходит. Приходит в рабочем состоянии. Не забываем подписаться, поставить лайк и заходить на мои другие видео. Всем пока, до новых встреч. Девайс. Вот оно постояло у меня, телефон. Вот, и указывают уже такие вот показания. 0,9, было 0,5. Так что повысилось. Периодически повышается. Так что можно рекомендовать товар. Сами видите, на 99 уже поднялось, хотя было перед этим 0,5. Так что все.